На его погонах пока только две звезды, зато уровень пятизвездочный, ведь он лучший полицейский страны. Кстати, повезло с такими ценными кадрами именно Чувашии, точнее, Новочебоксарску. Все, пошли. Он надел форму больше 20 лет назад. Карьеру начинал еще с патрульной службы. Теперь Александр Алексеев – начальник штаба ВВД по Новочебоксарску. Совсем недавно к звездам на погонах прибавился редкий титул «Лучший полицейский страны». В конце октября его наградили в Москве. Прежде всего, Александр Николаевич характеризует те качества, которые присущи настоящему сотруднику полиции. Его достижения как в работе, так и в личной жизни, так и его безупречный авторитет среди сотрудников отдела подтолкнул на то, чтобы Александр Николаевич у нас был участником данного конкурса. На прекрасную половину коллектива прельщают в коллеги явно не только рабочие качества. Мне он нравится, потому что он очень хороший семьянин. У него три замечательные дочери. Он прекрасный папа, девочки учатся, принимают активное участие в жизни школы, города, награждаются. Ну, есть в кого идти, наверное. А как руководитель? Ответственный, спокойный, рассудительный, в меру, с чувством юмора. Все в меру, как бы, ничего лишнего. Работа во многом зависит ведь в любом коллективе от того, какая атмосфера в этом коллективе. Я считаю, что в нашем коллективе очень хорошая атмосфера. Чувствуем всегда поддержки друг друга. И в этом вся, как говорится, в этом успех нашей работы. Коллектив или личные качества, но позади остались соперники из 83 регионов страны. Судя по всему, Чувашия может спать спокойно. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов, Республика.